Вся штука в том, что правда может оказаться гораздо сложнее и интереснее. Правда либо есть, либо ее нет. Если журналист не хочет ее видеть, значит, он либо демагог, либо проплаченный кем-то писак. А зачем ты вообще на журфак поступила? Как зачем? Чтобы замуж выйти. Ну, не МГИМО, конечно. Хотя какой ассортимент имеется? Интервью, репортажи. Сможешь? Да, конечно. Подписывай договор, и я тебе дам самого прекрасного оператора, и тогда уж давай. Только я не Синельникова. Ты не от Олега Павловича? Нет. Девушка, не морочьте мне голову. Вы издеваетесь надо мной все, я не пойму. Кто это? Редактор. Набирает молодых и перспективных. Звони, скажи, что от меня. Вы имеете в виду, что все нужно тупо выдумывать? Деточка моя, неужели ты думаешь, что все то, что передают в серьезных новостях, это все правда? Ай, ты боишься, что не справишься? Все. Успешно? Не знаю. Знание, пожалуйста, кто такая Ф. Морзе? Кто она, что она, откуда? А что случилось? Вы ухитрились наступить на хвост самому Леониду Раевскому. Решила прийти к вам сама и призвать вас прислушаться к своему здравому смыслу. Ты своей статейкой оскорбила близкого мне человека. Все, разговор закончен. Нет, не закончен. Если через месяц какой-нибудь миллионер сделает тебе предложение, то я вычеркиваю тебя из всех списков и пиши о чем угодно. Журналист, умей отвечать за свои слова. Красиво, это же утопия. Уля, у меня выбор есть, что ли? Я не пойму. Тоже мне хозяин жизни, блин. Гарри Баренцов. 36 лет, владелец инвестиционной компании, валовый доход 53 миллиона. Ты не женат? С собой. По-моему, тюнингово. По-моему, это все бред какой-то. Если мужик 50 миллионов заработал, наверное, не дурак. Сразу поймешь, что это какое-то тупое надувательство. Ну и что ты тогда предлагаешь? Да-да. Гарри Борисович? Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы деловой человек? Допустим. Вот я тоже деловой человек, поэтому я сразу приступлю к сути проблемы и не буду ходить вокруг да около. А дело в том, что мы с бизнесменом Раевским заключили пари. А по его мнению, такая неискушенная интеллектуалка, как я, не может составить достойную партию такому, как вы. Садитесь. Поднимай, сказал. Ну тогда сбрасывай все к чертовой матери. Да, и скажи Семенову, пусть побезнал меня через Франкфурт переведет. Нет-нет, в офшоры не лезьте. Будет рыпаться, я его всех каналов в Сургуте перекрою. Все. Проблемы? Демпингуют, гады, ничего святого. Стоит отвернуться и капец. Конверсия в минус, опционы по нулям. Конкуренция душит. Да какая конкуренция, бездельники и прилипалы. Осели в своих регионах и доят. Не продохнуть вообще. Как же вам живется в мире нестабильности и такого правового беспредела? Что? Да пусть подотрутся своими фьючерсами. Вот так и выживаю. Окопался в траншеи и постреливаю. Даже выпить не с кем. Боюсь, что отравят. А вы есть хотите? Да как-то... Сейчас поедем в Пуэбло. Там отличные съедобные устрицы, каталонская гриста из погребов. Вы в Испании были? Да как все времени нет у меня. Ой, не надо. Жара, пьянь, варьё. Лучше в Португалию. Хотя и там то же самое. Что? Да. Какие проценты? Да я сейчас такие бонусы этим азиатам вкатаю! Разворачивайся на Костомаровскую быстро! Алло. Ну как? Все по плану? Ага, не в этой стране. Дефицит повышается, а вакантность снижается, да. Ты что, там пьяная, что ли?
Где Варенцов? Варенцов решает какие-то вопросы со своими чувашскими посредниками. Мих, а чё мягкий знак не повесили, а? А я тут жду его как декабристка. Ничего-ничего, привыкай. Думаешь, просто быть рублевской невестой? Это тебе не на преподов на парах наезжать. Тут нужно терпение и такт. Что-то это пока мало похоже на перспективные отношения. Это ужасно голодная, к тому же. Ты там, кстати, не очень-то на еду набрасывайся. Запомни, 32 жевательных на одно глотательное. Ты можешь сам найти этот мягкий знак? О, все, я побежала навстречу мечте. Гарри Борисович. Простите, какое у нас дело с вами? Я Женя, и мы с вами оба ненавидим Раевского. Точно. Поехали. В Этрогальдоне были? Там отличный стейк из ламы, бучера, альфа-хорос. Отрава полная, но в Панчевиле еще хуже. Гарри Борисович, скажите, пожалуйста, вот этот ваш мрачный настрой – это защитная реакция или признак скрытого оптимизма? А вы что, интервью у меня берете? Нет, нет, что вы, я просто очень беспокоюсь за ваше здоровье. Вы бы расслабились, и мир тогда бы вам улыбнулся. Да, как посыпался? С учетом индексации! Твою медь! Вот, мир нам улыбнулся! Разворачивай на Драгомиловскую, быстро! Сначала он обещал мне средиземноморскую кухню с живой музыкой. Потом сашими, потом яйца дзё от японских поваров-виртуозов. Потом он грозился мне мясным пиршеством с красным вином и сальсой. А в результате я хожу и забиваю таблетку от укачивания невкусным чаем. А где Варенцов? Вон он. У него конфискат полетел по волатильным показателям. Вот он теперь решает, кого увольнять. Властный, богатый, харизматичный. Не той достанется. Ага. Он псих. Носится по городу в своем лимузине, вообще ничего не соображает. Забыл, где живет, наверное. Боится признаться в этом. Слышь, ты там не наглей. Ее катают, развлекают, того и гляди накормят, а она... Эй, дети! Дети, верните клоуну волосы! Господи, у меня тут какой-то дурдом творится. О, все, отбой давай, пока. Что мы четвергу сделаем, ясно? Гарри Борисович, напомнить, кто я? Нет, не нужно. Простите, ради бога, все, теперь я в вашем распоряжении. Едем в русскую блинду, хлопнем водки, закажем икры, расстегать все. Шеф-повар там, конечно, такой же русский, как мои ботинки, а есть можно. Слушайте, ну ответьте уже, ну вдруг это важно? Все, что сегодня могло бы рухнуть, уже рухнуло, так что... А вдруг это у уральцев? Вдруг у них поставки по фьючерсам просрочены? Я им просрочу. Да. Понял. Понял. Ну что? Ну, как вам сказать? По-моему, все. Все. Гарри Борисович, Гарри Борисович, вы что? Да что с вами такое? Вы вообще жив? Кто-нибудь? Гарри Борисович? Да. Доктор, ну что с ним? Застарелый миокардит, стенокардия. Еще б немного и привет. Инфаркт в 36 лет. А все нервы. Может, ему какие-то лекарства нужны? Спать ему надо. И мобильник выкинуть. Вот и все лекарства. Гарри Борисович, как вы себя чувствуете? Как в детстве. Все смутно, непонятно. Я же вас так не покормил. Мы обязательно сходим в следующий раз в ресторан. Господи. Я не помню, как он называется. Но там такие вкусные тортильи. Хорошо. И вот такие живые карпы. Сюда посторонние люди. Красивого. Первый олигарх в моей жизни. И того хватил инфаркт. Может, тебя прокляли, я не знаю. Хорош ржать. Со всяким может случиться. А ты его, главное, не слушай. Всю установку тебе собьет. Поздно. Мне уже понравился вопрос. Черный вдовы, так что отойди, подруга. Со мной рядом стоять опасно. Брось кривляться, а. Если бы я после каждого облома падала духом, то давно бы ушла в монастырь. Вот. От сердца отрываю. Пошехонцев. Валентин Олегович. Меха, текстиль, ситцы, набивные фабрики.
Ох, здоров. Ну, вот проверишь. Я тебя предупреждаю, Пошехонцев – это натура очень тонкая, так что сразу забудь про эти свои лобовые подкаты. Это как тогда? Как все нормальные люди. Беседа, общие интересы. И, кстати, Валентин Олегович – это просто фанат колониального стиля и всякой такой антикварной фурнитуры. Это тот псих, который за 50 штук купил какую-то щеколду? Ну, не псих, это увлеченная натура. О, увлеченная натура, по моей части, отлично. Ты куда? Так, колониальный, готовится. Ага, готовься. Угу. Слушай, а ты раздобудешь аккредитацию в Альбион? Не вопрос. Там как раз в четверг распродают голландскую рухлядь, и явно объявится Пошехонцев. А что б тебе такое одеть-то, а? Слушай, а какой это век, 17-й, да? Я думаю, что-то скромное, но приталенное. Блин, Виктория, завоевание, культурный обмен. Этакая нежная дворянская девушка, нищая, но с родословной. Я потяну. Я же тебе сказала, чтобы ты не смела доставать свой позорный мобильник. Слушай, у меня проблемы тут. Чего такое? Не зарегистрировали? Нет, зарегистрировали и номерок даже дали. Тут, короче, фуршет. Ну, фрукты лежат. И тут вот есть такие... С зубочистками, типа, бутерброды и корзиночки. Их чем едят? Корзиночки? Ага. Корзиночки руками едят. Вообще, хорош жрать, как с голодного края. Просто я что-то не пойму. Подожди. Если корзиночка в одной руке, у меня же еще номерок, и сумка не влезает. А шампанское чем я буду держать? Какое шампанское? Красиво, ты что, с ума сошла, что ли? А что тут все пьют? И пусть пьют. Они с одного бокала не влезают на памятник. Забыла, как было неудобно? Перед корейскими гостями. Целой толпой тебя оттуда снимали. Все, я тебя поняла. Давай, пока. Тысяча двести раз. Тысяча двести два. Тысяча двести три. Продано. И еще. Одно наследие династии Йорков уезжает в Санкт-Петербург. Мои поздравления, мадам. Следующий лот. Фарфоровая статуэтка из резиденции пфальц-графов. Первая половина 19 века. Стартовая цена 900 евро. Тысяча. Тысяча евро. Раз. 1100. 1100. 1500. 1500. 1500. Раз. 1500. Два. 1800. 2000. 2000. 2000. Раз. 2000. Два. 3000. 3000. 3000. Раз. 3000. Два. 4. 4000. 4000 раз. 4000 два. 4080. 4080. 4080 раз. 4080 два. 4080. 400. 400. 400 раз. 402. 403. Продано.
Вы позволите вас проводить? Нет, право, не стоит, спасибо. Я пережду под навесом. Я очень люблю смотреть на дождь. Право, мне так неудобно, что я увел у вас этот лот. Да бросьте. Это же просто вещь. У моей бабушки был такой же ангелочек. Я могла часами любоваться им. Я представляла себе, что 100 лет назад какая-то маленькая девочка им любовалась. А еще через 100 лет на него будет смотреть и любоваться другая. У меня от этих мыслей прямо дух захватывало. Не может быть. Неужели в Москве еще остались девушки, неравнодушные к настоящей красоте? Нет, что вы, я совершенно недавно познакомилась с голландским колониальным. Все эти стойки, ригели, а эти стены оттенка охры. Или дверцы ореховых шкафов с проблескивающими квадратиками стекла, играющими в лучах солнца. Мне кажется, это чудо в наш век отштукатуренного минимализма. Нет, я не должен был. Возьмите. Нет, нет. Возьмите, я настаиваю. Нет, ну за что вы говорите такое? Перестаньте, пожалуйста, за кого вы меня принимаете, в конце концов? Простите. Ну, может, вы согласитесь осмотреть мою коллекцию? И в качестве презента выберите какой-нибудь экземпляр. Мне, правда, неудобно. Нет, нет, я, естественно, ничего от вас не приму. Ну, может быть, только осмотреть? Да. Если это недалеко. Это здесь, совсем рядом. Мне нужно предупредить маму. Алло, мама? Ого, у тебя там все в порядке? Если что, скажи, обезьяна. Нет, мама, со мной все в порядке. Меня хочет ангажировать один наиприятнейший господин. Он решил показать мне свою коллекцию голландской фурнитуры. Обещай мне, что не будешь тревожиться за меня. Позвольте я. Да. Секунду. Мое почтение. Здравствуйте, юноша. Пошехонцев, Валентин Олегович. Вы не беспокойтесь, я доставлю... Евгению Пантелеевну. Я доставлю Евгению Пантелеевну засветло. Прямо к подъезду. Я благодарю вас, молодой человек. Только ради бога, не предлагайте ей каркаде и мангустины. У нее на них аллергия. Не беспокойтесь. Приятного вечера. Всего доброго. Вы не поверите. Это обыкновенный буфет. В Италии на распродаже приобрел. Василий знаком с техникой броширования. Это мой кустарь. Ну, короче, пару недель и вуаля сету. Не отличишь от раннего луи гато. Надо же. А это, я полагаю, натуральный жакоб? Полгода за ним гонялся. Осторожней. Не поцарапайте. Как вы думаете, с чего эти молдинги? А, рискну предположить, это никель. Обижаете. Натуральная бронза. Впрочем, как и вон тот канделябр. Какая изысканная чеканка. Вы знаете, мне сразу представляются узкие улочки Антверпена, а где-то вдалеке доносится звон молоточков из придорожной кузни. Кузни. Двадцать четыре. Да вы что? И ни одна не скрипит.
Они, наверное, оцинкованные, с прелестными коническими витками, да? Вы такая чуткая. Такая... необыкновенная. Одну секундочку. Я кое-что принесу. Зубрила, да? Чего? От того. Я не такая наивная, как мой папаша. Тебя же насквозь видно с твоими заученными словечками и дешевыми туфлями с распродажи. Это вот дешевые туфли? Короче, если ты решила, что так легко сможешь окрутить моего доверчивого папашу, то можешь сразу обломиться. Ничего у тебя не выйдет, девочка. Уже познакомились? Ой, как чудно. Вот, это сущая безделица, это... Не подсказывай. Пап, пусть сама догадается. Спасибо. О, дверная ручка. А вот и нет. Посмотрите на крепле. Пап, не подсказывай. Шпингалет? Кусок фонтана. Это, дорогая моя, чугунный дверной молоток. Ампир 19 век, чтоб ты знала. Какой же это ампир? Слишком легкий для ампира. 300 грамм от силы. Типичный классицизм. Декоративный канон. Какое наивное заблуждение. Лавровый венок девушка, как символ военного превосходства, является типичным признаком наполеоновской эпохи. Ты в Провансе вообще была? А ты, значит, была. Представь себе, а не картинки в интернете разглядывала, как некоторые. Значит так, девочка, если ты смотрела на мир из окна папашиного лимузина, это не значит, что твои детсадовские бредни здесь кому-то интересны. Ты поняла меня? И не надо здесь стоять и тупо пересказывать мне, что тебе говорили твои малограмотные репетиторы. Давай, пошла уроки учить. Почему вы кричите? Папа! Как можно? Она же ребенок. Сирота. Жан! Выход у нас там. Спасибо. Нет уж, возьмите себе. Да нет, уже как-то неудобно. Возьмите, я сказал. Что за бестактность, в конце концов? Жанночка! Жан! Жан! Ты бы ее еще побила бы. Сколько раз тебе можно говорить? Держи свой язык за зубами, Евгения Пантелеевна. Не, ну скажи, что ты добилась, а? Вон, военного превосходства добилась. Дура ты, невоспитанная. Взять да разораться в чужом доме. Да еще на подростка. Знаешь что? Подросток, между прочим, первый начал орать. Послушай, эта девочка, ты знаешь, сколько таких фиг перевидала? Это у тебя причина, у других голый расчет, и она это видит. Она своего отца защищает, а ты связался, черт, с младенцем. Свободных олигархов в Москве не так уж и много. Если ты будешь ими вот так вот разбрасываться, то просто останешься ни с чем. Я не разбрасываюсь, я ошибаюсь. Мне как исследователю можно, имею право. Хорош исследовать. Для тебя давно уже все открыли. Олигархи – это те же люди, но только более уязвимые, требующие к себе особого внимания. Послушай, я все поняла и я исправлюсь, честно. Кто там на очереди у нас? То есть ты думаешь, там еще очередь? Ну, нахалка. Ладно. Последний раз тебя спасаю. Только если в этот раз ты лохранешься, все, я умываю руки. Угу. Пожалуйста. Тоже уязвимый?
Можешь не сомневаться. В том году заказывал у нас корпоратив. В жестком самурайском стиле. Ну, в общем-то, конечно, довольно пресыщенный оригинал. И вряд ли с ним что-то получится. Наверное, даже опасно. Ну, извините. В нашем случае выбирать не приходится. Не падаем! Давай, 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 давай! Молодцы! Быстрее давай! Бегом быстрее, 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 быстрее! Давай, 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 давай! Вот вперед! Две ножки внутрь! Давай, давай, давай! Вот, молодцы! Вот, вот! Молодцы, дизайнеры! Кто у нас слабое звено сегодня? Бухгалтерия! Молодцы! Активнее, активнее, не сдуваемся! Шевелим поршнями! Вот, вот наша артиллерия! Аккуратненько! Бежим, 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 бежим! Давай, 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 ускоримся до финиша совсем чуть-чуть! Последний рывок до финиша! Нина! Нина! Вот это да. Стоп, 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 стоп! Ребята, ребята, что здесь? Нога, нога? Так, 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 тихо. Нога, нога, нога. Что с ногой? Слёт есть. Скорую вызывай. Вызывай скорую. Мобильный, мобильный. Какой номер? Какой? Да. Аптечку мы не... 9-1. У тебя есть, у тебя. 1-1-2. 1-1. Девушка! Девушка! Девушка, я хочу вам задать вопрос. Попробуйте. От вас когда-нибудь зависела судьба крупной корпорации? Насколько крупный? Настолько, что ее валовый доход может покрыть внешний долг Гватемалы. Я что-то не припомню. Поздравляю. Теперь зависит. Ага. Ага. 3,21. А? Что же мне делать с такой ответственностью? Нести ее. Вы согласны, что только сплоченный коллектив может добиться победы? Ой, извините. А? Ну, допустим, да. Отлично. В таком случае... Сколько времени вам потребуется для того, чтобы влиться в наш сплоченный коллектив и проникнуться командным духом? Ну, это зависит от того, что мне придется делать. Через 2 часа у нас политическое мероприятие с китайскими партнерами. А пиар-менеджер дал слабину. Требуется замена для того, чтобы у этих пройдох с Поднебесной не было численного преимущества. Хотя в глобальном смысле оно у них уже давно есть. Ну, если я откажусь? Не получится. Я не оставляю вам выбора. Посмотрите на этих людей. Неужели вы позволите им потерпеть поражение, потерять самоуважение и престиж в глазах партнеров? Я уж не говорю о лишении премий и всяческих сопутствующих привилегий. Понятно? Что-то мне подсказывает, что я сильно об этом пожалею. Главное, поймайте ритм и не споткнитесь. Покрытие там нормальное, но если один упадет, страшно представить последствия. В прошлом году у нас трое с переломами слегли. А что, профсоюз? Жаловаться не пробовали? На что? На передовой метод управленческой стратегии? А самое страшное... То, что нам всем это уже начинает нравиться. Горячевку! Начи! Най! Ни боги, ни герои! Бодры голосисты! Нас много по России! И скажем без прикрас! Конями и не ангелы, а просто финансисты! Святой корпоративный дух объединяет нас! Можно гордиться. А точнее? Я сейчас как никогда чувствую единение с ближним и непреодолимое движение к цели. По сути давай. Кульбицкий где? Ну, сейчас я наблюдаю его зад перед собой. Отключить мобильники, приготовиться! С левой ноги по команде! На старт! Внимание!
Левый! 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 За победу! Ура! Ура! Все старались! Все молодцы! Погодите, Сергей, вон. От лица нашего сплоченного коллектива выражаю вам благодарность. Нет, серьезно, вы нас очень выручили. Ну, бросьте. Мне понравилось. Да? Угу. Ощутили мурашки победы? Да. У меня последний раз такое было, когда я с горнолыжного спуска на надувном шаре скатилась. Да вы экстремалка. Угу. Я, например, прошлым летом акулу поймал сама, своими руками, на спор. То есть вы не из тех, кому подавай шикарные рестораны и пляжный... О! Молодцы! И пляжный отдых, да? Я думаю, что кого-то еще удивишь? В наш век безграничных возможностей. Ну, вот посмотрите на этих людей, на этих стрелков. Им неинтересно. Я предлагаю им в футбол играть. Нет. У кого нога сломана, у кого болит, у кого собака не кормит. Я вас понимаю. Я в школе хотела спектакль поставить. «Три мушкетера». Ну, позвала на репетицию, людей никто не пришел. Только две девочки, и то выяснилось, что они физру прогуливают. А вы что? Не, я все равно поставила. Я люблю преодолевать препятствия. Я тоже. Выходите за меня. Что? Да не волнуйтесь. А вообще предлагаю прямо сейчас совершить нам с вами совместное спонтанное путешествие. Или у вас тоже собак не кормят? Нет, у меня собаки нет. А куда? Не волнуйтесь, вам бодрит. Меня успокаивает. Ни брокеров тебе, ни конкурентов. До ближайшего человека километров 200. Ура! А вертолет? А он за нами в четверг прилетит. Или вы торопитесь? Не, я не тороплюсь. Тогда вперед побеждать обстоятельства. Забудьте, здесь не ловит. Это так прогулка, а вот Амазонка. Какие там болота. Настоящий, сочный, зеленый ад. Ну и иду я, значит, мачетой перед собой, разгребаю дорогу, а там слева, ух, обрыв, справа, ух, то же самое.
назад посмотришь, стена, неба не видно. А перед тобой ровно 2 квадратных метра. Прям ровненькая такая площадочка. Ночевать-то надо, там и заночевали. А как? И шли-то, главное, не глубоко, всего по щиколотку было. Вдруг слышу за спиной буль. Оглядываюсь, а Михалыч уже по самые ноздри. Я ему слегу кидаю, кричу: держись, Михалыч. В общем, выкарабкался он оттуда. Но руку отморозил напрочь. Осторожно. Так он, представляешь, через месяц опять полез. Причем в одиночку. Вот такие люди бывают. Сюда, сюда. Может, мы в обход пойдем? Не-не-не, преодолеваем. Преодолеваем. Хлебушек надо не над огнем держать, а над угольками. Сгорит. А что с ними теперь? С кем? Михалыч, Толян. Ну, я же говорил. Михалыч кругосветки. Толян женился, осел. Теперь кроссовками торгует. Боится. Может, верблюды или слоны? Вы можете верблюдов? Можем. Мы все можем. Женька, господи, слава богу, ты где? Я в больнице. Что случилось? К тебе приехать? Не надо приезжать. У меня какой-то редкий таежный вирус. Господи, где ты его подцепила-то? Я же тебе говорю, таежный. Сначала думали, энцефалит, но, слава богу, не подтвердилось. Так, а с Кульбицким что? У Кульбицкого все замечательно. Уехал на Алтай изучать тувинское горловое пение. Хочет внедрить эту древнюю традицию в своей компании. Ну, значит, его ты тоже упустила, да? А мне уж все равно. У меня на руках почти умер какой-то псих. Потом я изучила почти всю голландскую фурнитуру. Я, между прочим, в тайге ночевала. Ты вот не знала об этом. Что я взамен получила? Какую-то бронзовую шпингалетину и неизвестный таежный вирус. Все, Макарова, просто смирись. Я лузер. В рамках всероссийской акции были проведены круглые столы по вопросам взаимодействия книги и интернета. Ряд читательских марафонов для самых маленьких школьников и юношеств. Творческие встречи с известными, популярными не только российскими писателями, но и писателями ближайшего зарубежья.
И, конечно, работа с молодежью. Ну что, милая, зарылась? Давай, давай. Ну нет, дальше надо. Работа с молодежью является первостепенной нашей задачей. Надеюсь, что подобные мероприятия помогут им сориентироваться в нахлынувших на них информационных потоках. Как-то поделиться в нашей непростой и набирающей темпы действительности. После 9 не принимаем. 9.01 только. После 9 не принимаем. Мне врач сказал, что надо обязательно сегодня сдать. Можно я поставлю? Девушка, вам русским языком сказали. Читать умеете? Все, ладно. Все, не надо кричать. Ольга Григорьевна, вы что девушку обижаете? Ну, проявите отзывчивость. Писать вовремя надо. Ничего не могу сделать. Ну, мы же с вами оба прекрасно знаем, что машина с анализами уходит 9.13. А я что, вот так за каждой буду бегать? Оль. Оля. Оленька. Ну вы же прелесть. Ну, загляните к себе в сердечко, возьмите баночку. Еще один ангел на небе получит крылья. Чего? Шоколадку хотите? Ангел. Давайте. Спасибо. Я люблю вас, Оля. Я тоже. Везде коррупция. Вы лихо справляетесь. Опыт. Я тут, между прочим, третью неделю уже выживаю. Если чего, обращайтесь. Дарья Семеновна пастилу любит. Ольга Львовна карамель. А Дарья Семеновна это, которая как гибель? Точно. Вы, кстати, внутримышечно лучше кляночки ходите, целее будете. Так а с вами что произошло? Вы с мотоцикла грохнулись? Нет, производственная травма. Вот такую балку на перекрытии закреплял и шандарахнулся прямо с лесов. Вот ключица, малая берцовая и 3 ребра. Значит, вы строитель. Прораб. А с вами чего произошло? У меня вирусный трахеит. Подождите вы, он не заразный. Точно? Да. Все так говорят. Дайте-ка посмотрим. Слушайте, какие изломы, а? Какая игра света и теней. Интересно, что хотел сказать доктор этим снимком? Мы с вами похожи, посмотрите. Да, действительно. Все, давайте. Ну, а вы кем трудитесь? Вообще я журналистом была. Потом я успела поработать с искусствоведом. Потом занималась экстремальным спортом. А теперь вообще непонятно, что делаю. Не расстраивайся. Иногда очень полезно полежать в больнице. Подумать, оглянуться на свою жизнь. Ну да. Ты на капельнице? Не, я на ингаляции. Так это ж на третьем этаже. Давай я тебя донесу. Нет, спасибо, я дойду сама. Я очень сильный. Я знаю, я вижу. Ну, увидимся на кефире. Увидимся. Алло. Женька. Да. Кончай болеть. Семёна, я тебе тут такого олигарха нарыла. Ты обалдеешь. Лысый, правда, зато положительный и без закидонов. Я купила на пятницу билеты в Станиславского, он там... Нормально. Жень. Алло, Жень, ты меня слушаешь?